Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 21 серии турецкого сериала «Красные бутоны». Ранее мы увидели встречу Марьем с Левентом в стенах тюрьмы. Левент разговаривает с женой. Она говорит, что совершенно не понимает, что может быть сильнее, чем когда мать разделяет с ребенком. Но Левент говорит, что могут быть вещи еще хуже. Ведь бывает так, что мать спустя много лет воссоединяется со своим ребенком, а после снова теряет его. Зайнеп собирается выдать замуж. Отец Джунейта, желая отомстить ему, собирается взять девушку в жены, хочет она того или нет. Возле общины происходит митинг, который грозится перерасти в настоящий конфликт. К Марьем в тюрьме приходит женщина. Она подослана для того, чтобы не дать ей выйти из тюрьмы. Марьем не успевает среагировать и падает на пол, получив ранение. Премьера 21 серии турецкого сериала «Красные бутоны» состоится 7 октября.